Так, товарищи, продолжим наше занятие. Значит, ну вот, мы с вами рассмотрели вопрос о том, как категорию установления можно применять для того, чтобы разбираться в исторических проблемах. Правильно? И даже больше можно сказать, даже непонятно, как можно разбираться в таких исторических проблемах, не владея категорией становления. То есть на этом примере можно видеть, что означает философия для конкретной науки. Она означает то, что относится к самому главному, к основному движению. А если мы не будем ее использовать, то мы не сможем представить наш материал, даже очень богатый, как материал, находящийся в движении. И сейчас мы снова возвращаемся к более абстрактной постановке вопроса. Социальные изменения. Социальные изменения. Вот вы на меня смотрите, а вот вы изменяетесь сейчас, когда на меня смотрите, или нет? А? Вот видите, как много вы наговорили. А вопрос ведь должен быть... на этот вопрос должен быть очень ясный ответ, да или нет. Вы изменяетесь или нет? Да, конечно. А? Я изменяюсь. Тогда или нет? Да. О, спасибо. Наконец я получил ответ. А вы знаете, что такое изменение? Откуда, с чего вы взяли, что вы изменяетесь, если вы не знаете, что такое изменение? Надо знать, что такое изменение. А как вот вы? Вдруг это что-нибудь такое плохое, а вы взяли и согласились со мной? Сейчас приходят профессора, что-нибудь такое наговорят, и люди так, хватит это дело, а это дрянь, так, дохлая кошка. Зачем вы ее взяли? А вы знаете, что такое изменение? Похоже, что нет. Ну, сейчас узнаете, все будет хорошо. Что такое изменение? Вот у нас тут есть люди, с которыми мы постоянно работаем. Сейчас, можно я вас спрошу? Вот, скажите, пожалуйста, а вы равны самой себе? Да. Что значит в какой-то степени? Что-то какая-то степень равенства, что-то какая-то ущербность в этом. Вам не кажется? В какой-то степени равны. А в какой степени? Что у вас где-то отпало или как? Я не очень понимаю. Да. Так равны или нет? Да. Что за люди такие? Спрашиваешь, они начинают... Вот вы, кстати, начали эту вот такую практику. Я спрашиваю, вот вы изменяетесь, а вы... Да вы-то ответили, я ничего не возражаю. Но ответ ваш такой был запутанный какой-то. Вот меня бы спросили, я бы сказал, да. Вот есть такой интерес. Роман одного немецкого писателя в ГДР, который был, он писал про Сталина как про оратора. И вот, значит, рассказывает, что один корреспондент западный, длинный вопрос задает Сталину интервью. Длинный. И вот как образец красноречия Сталин говорит, да. Так вы равны самой себе? Слава Богу, ну хорошо. Значит, а вот если равны самой себе, то вы все время равны самой себе? А? Нет. А сейчас уже не равны? Или сейчас равны? Как-то вот, как-то вы определитесь. Или так я вам... Можно я буду немножко вам усугублять этот вопрос свой? А вот вы лекции... Сколько у нас было первое? Полтора часа. И вы так вот и остались равны самой себе. То есть сколько бы я вот лекцию не читал, вы хотите сказать, что я плохие лекции читаю? Что от них... Вот слушай, что не слушай... Но толку никакого. Ну, если человек остается равным самому себе. Вот подумайте сами. Человек слушал лекцию, и от этого лектора результат такой, что вот что было, говорит, у меня в голове, то и осталось. Вот я как была, так вот остаюсь равный самому себе. Это такой укор, конечно, в мой адрес. Или наоборот. Или не в мой. Или в ваш. Что сколько вам лекций не читай, вы все равно остаетесь равны самому себе. Опять нехорошо. Или меня надо обвинять, или вас надо обвинять. В общем, мы виноваты с вами оба. Или оба. Оба. Я лекцию читал, от этого никакого толка нет. Вам даже если хорошую читать, все равно никакого толка нет.
И что это? И вот вроде мы такой вопрос задали всего о равенстве, и получилась такая ерунда. Ну, тогда второй вопрос вам будет. Это же диалектика. Нет, минуточку, скажите, у нас тут все по науке. А, скажите, пожалуйста, вы не равны сами себе? Сейчас, в данный момент? Да. Почему в данный момент? Почему только в данный? Вообще. Ну, хотите в данный. Вот вы равны или не равны? А можно сказать, что вы не равны самой себе? Да? Можно? Ну так что вы так путаетесь в показаниях? То ли вы равны, то ли равны. Вы уж как-то вот давайте. А? Как с какой? Я на вас с одной стороны смотрю, с лицевой. Что же, мне туда надо забегать, что ли? Я не очень понимаю ваши замечания, как это посмотреть. Странно как-то. Тут получается вот такая тут коллизия вот нехорошая. Потому что вот если студенты, они не равны становятся после моих лекций. А если они не равны самой себе? Вот ваша фамилия как? Клименко. Вот Клименко. Если вы не равны самой себе, то вы Клименко документы отдайте вот сюда. Потому что вы уже не Клименко, правильно? Если вы не равны самой себе. Вот. Уже Клименко нету. А документы ее положите сюда, а сами покиньте, пожалуйста, аудиторию, потому что здесь, в общем, люди известные нам, а если вы уже не равны самой себе, то, в общем-то, как бы тут и нечего и делать. Ну, вроде так получается, да? Логично, по крайней мере. То есть, если вы равны сами себе, то получается вроде как бессмысленно то ли моя лекция, самое бессмысленное, то ли ваше пребывание на моей лекции бессмысленное. То есть и так получается как-то не очень. А если вы не равны, то вроде как уже это не вы. Значит, если вы не равны, значит, это не вы. То есть вы, но уже вы не Клименко. Правильно? Клименко все, и нет ее. Ну вы же не равны, значит, вы не Клименко. Раз вы не Клименко, и не надо за себя, за нее теперь выдавать. Не надо примазываться. Клименко мы знаем. Мы ее уважаем, она тут все время у нас выступала хорошо. А? Может, и однофамилица. Это может быть, да. То есть у вас только фамилии совпадают, а так вы другой человек. Правильно я понимаю? Ну, можно так даже сформулировать. Вы послушали мою лекцию и стали совсем другим человеком. Это комплимент будет в мой адрес. Или в ваш адрес. То есть вы стали другим человеком не потому, что я какие-то вам великие мысли преподал, а что во время моей лекции вам пришли какие-то великие мысли. И вы стали совсем другим человеком. Потому что вот он как был, каким он был, таким он остался. Он же равен самому себе. Вы равны самому себе, нет? Одновременно, да и нет. О, как он, видишь, придумал? Он сразу на два вопроса. У вас нет двух ртов? Пока что нет. Как же сразу? Вы не заметили сначала, да, потом нет идет. Вот, внимательно прислушайтесь. Повторите, мы сейчас будем слушать внимательно. Что у вас первый вы? И да или нет? Я могу ответить да, потом мне будет доказывать, что нет. Ну, вы сначала скажете «да», а потом «нет». Или сначала «нет», потом «два». Одновременно-то у вас не получится, не надо нас обманывать. Мы тут внимательно за вами следим. Да нет, наверное. Вот, да нет, наверное. Вот, видите? Вот первое, что какое было слово? «Да», «нет». Первое «да» у вас прозвучало. И не надо нас тут вводить в заблуждение. «Да» у вас прозвучало. А потом уже «нет», «наверное», «по сути», эти всякие присказки, мы все внимательно смотрим. «Да, у вас прозвучало первое, не надо нас вводить в заблуждение». Значит, вы равны самому себе и все. То есть для вас лекция прошла бесполезно? Нет. Нет. Для меня прошла бесполезно? Нет. Нет, а тогда что вы хотите сказать? Вы же сказали, вы не равны самому себе, извините, паспорт просто я не могу. В общем, он запирается. Но мы найдем, наши исследователи найдут способ, как вас разговорить. Значит, в связи с этим я хочу вам напомнить, в связи с этой нашей дискуссией, напомнить вам то, о чем я уже говорил в самом начале. Обычно ведь в начале ведь никто ничего не усваивается, что диалектическая истина не может быть выражено одним положением. Не может быть выражено одним положением. Диалектическая истина, в отличие от формально-логического положения, предполагает прямо противоположные высказывания об одном и том же. Или, как вы говорите в данный момент? В данный момент
в одно и то же время, в один и тот же момент верны оба положения. А именно, тезис и антитезис. И если вы их будете разносить, и тогда получается чередование такое. И похоже на жонглирование. А есть еще синтезис, третий тезис. А синтезис означает, что вы оба тезиса должны принять во внимание одновременно. Но только вы не можете их принять во внимание в третью очередь. В первую очередь один тезис, во вторую очередь второй тезис, и вот в третью очередь вы должны теперь первый тезис взять с учетом второго. То есть вы отрицаете второй, его самоценность, и приходите опять к первому, но не к такому первому, который был без второго тезиса, а такой, который включает в свое понимание и второй тезис. Понятно? Или это называется так. Первое есть утверждение. Второе есть отрицание. И затем идет отрицание. Отрицание. А что такое отрицание? Отрицание. Возвращение к утверждению первому. Но к такое возвращение, в котором вот второе утверждение уже снято. И первое снято. Первое же не просто вот оно есть вот со вторым. А второе не просто есть, оно есть как отрицание первого и в первом. Понятно? И мы на эту тему с вами говорили. Я вас спрашивал, изобразите мне противоречие движения. И как вы изображали? Тоже мы тогда немножко тут поспорили. И потом выяснили, что находиться и не находиться в одной и той же точке. Если вот я двигаюсь, то я навременно нахожусь в каждой из точек, через которую прохожу. И не нахожусь в ней, потому что если я буду только находиться в точке, вот он я, застыл. А если я только не нахожусь, то есть не прохожу ни через одну точку, ну тогда это вообще никакое не движение. То есть никаким другим способом механическое движение нельзя изобразить, изложить и понять, выразить в понятиях, кроме как в двух положениях, что находиться и не находиться в одной и той же точке одновременно. Одновременно. И вот вы, так сказать, овладев вот этой наукой, должны говорить на мой бы вопрос, сказать, я и равна, и не равна самой себе одновременно. Я была бы равна самой себе, только равна, если бы я ничего не понимала в ваших лекциях. Или вы ничего бы умного вообще не сказали. Поэтому я из-за ваших лекций остаюсь равной. А вы не стали говорить, что у меня лекции плохие, но я вот слушаю ваши лекции очень внимательно и остаюсь равной самой себе. То есть это что вы мне намекнули на что? Что лекции мои? Правильно? Или наоборот? А я могу намекнуть на то, что если вы слушаете мои лекции, остаетесь равной самой себе, то... И даже есть такой преподавательский анекдот, говорит, студенты такие попались... Ой, какие студенты плохие. Я им раз объяснил, не понимает. Два объяснил, не понимает. Три. Четыре. На пятый раз я уже понял. Они все равно не понимают. Вот какие попались студенты. Так вот, вот тот... Как выразить изменение? Изменение выражается тем, что в одно и то же время то, что изменяется, оно равно самому себе. Нечто равно самому себе и не равно самому себе. И не равно самому себе. На самом деле в жизни, тем более в истории, дорогие историки, не бывает ни одного, никакого факта исторического, который был просто равен самому себе. Потому что мертвого в истории нет, в истории все живое. Если это история, то она изучает только то, что живое и изменяющееся. Правильно? Поэтому не бывает таких вот моментов в истории, каких-то эпизодов, когда бы все было... И такое только бывает, знаете, на панно. Революция. А что, какая революция? Все стоят, ничего не делают. Какая же это революция? Ну, как бы это домысливать надо, что еще что-то начинают делать. Но вообще... Это мгновенная фотография, это что? Остановка движения, остановка изменений всех. Изменяющееся нечто – это нечто, которое равно и не равно самому себе одновременно. И иначе никак
изменений не изобразить. Более того, нет ничего такого ни в жизни, ни даже, так сказать, в сознании, которое было бы только равно самому себе. Если оно только не равно самому себе, то его просто нет. Если оно не равно самому себе, о чем вы можете говорить, если оно не равно самому себе? Нет этого самого себе, если одно остается неравенство, правильно? А если вы берете равенство с собой и только равенство с собой, да нет ни тогда никакого движения. А если нет никакого движения, да нет же ничего такого в материи, которое бы не двигалось, не изменялось, правильно? То есть поэтому наши такие внешние метафизические представления, формально-логические, что вот есть что-то неизменное. Нет ничего неизменного, дорогие друзья, нету ничего неизменного. Все изменяется. А что значит изменяется? То есть оно и равно, и не равно самому себе. Если бы я сказал, что вы только равны самому себе, это неправильно. А если вы только не равны, значит, того, который начал изменяться, его уже нету. Нет того человека, нет того предмета, который изменяется, если только неравенство. Просто много-много-много. Ваша фамилия как? Терошкевич. Как? Терошкевич. Вот их таких много-много-много ваших разных. И ни одного нету. А все только разные экземпляры, копии такие идут. Все неподвижные. Много-много-много-много. А тут же не так обстоит дело. Как вы себе представляете? Вы же становитесь все время другим, если вы в становлении находитесь, правильно? Вы же все время... Зачем вы сюда пришли? Чтобы стать не таким, каким вы были, да? А если вы пришли, чтобы стать таким, каким вы были, а потом вам на госэкзамене споют, каким ты был, таким остался. Скажете, то есть зря вы просидели тут все годы в университете, зря протирали штаны. Вот тогда что это означает. Каким ты был, таким ты и остался. Ничего себе. То есть, ну это вы же. Это вы же изменились. Вы же не равны самому себе. Но если вы в слове «вы» сидит равенство с собой, а в слове, что «я стал не такой», сидит неравенство. Равенство и неравенство одновременно. Вас это удивляет применительно к диалектике? Применительно к диалектике это не удивляет. Но это нет привычки применять это вот конкретным явлением жизни. Хотя в жизни как раз, несмотря на то, что мы вот приучены к формально-логическому рассмотрению таких вещей, на самом деле нет в жизни ничего. Это гораздо более жизненное понимание, чем понимание того, что просто равно. Где вы видели равенство? Просто равенство. Где вы видели? Вы можете почитать, скажем, взять учение о сущности из науки и логики Гегеля, вторая книга. И там вы найдете вопрос о тождестве и различии. Совершенно формальный вопрос. Формальный вопрос. Тождество. Что такое тождество? Вот мы с вами тождественны. Это что значит? Мы с вами тождественны. Но мы с вами разные люди тождественны. То есть тождественны могут быть только разные люди. А если они не разные, о чем тогда разговор? То есть тождество – это всегда тождество различного. Две кошки тождественные. И та кошка, и эта кошка. Кошки-то разные. Мы с вами, и вы человек, и я человек. Мы тождественны, как люди, да? Но мы-то разные люди. То есть тождество – это всегда, вот это можете себе отметить на всю жизнь, тождество – это всегда тождество различного. А тождество тождественное – это глупость. Где вы видели тождество тождественного? Бревно есть бревно. Пожалуйста. Это да. Это называется как в философии? Тавтология. Вот я бы вышел здесь и сказал, так, ну записывайте. Ёлка – это ёлка. Бревно – это бревно. Так, записали? Вот. Университет – это университет. История – это история. Вас интересует такое? Вот такие лекции, так сказать, когда я буду отождествляющей речью повторять одно и то же. То есть только и тогда имеет смысл какая-то речь и какое-то утверждение о равенстве, когда говорится о равенстве неравного. Вот когда говорится о равенстве мужчины и женщины, это что имеется в виду? А социальное равенство в смысле того, что не будет различий по положению в общественном производстве, по положению в обществе. А если мы при социализме имели в материальном производстве 50% женщин, а в правящей партии сколько, думаете, процентов женщин? Меньше 10.
А? Нет, 11. Не надо, не надо преуменьшать достижения советского строя. Чего вы очерняете? Вы очерняете лучше современную капиталистическую действительность, а вы по старинке очерняете советскую власть. Чего вы так антисоветски настроены? Достижение же 11%, 11%, а вы хотели сказать меньше. Ну, прибавили вы наоборот, сказали, ну ладно. А их все равно уже нету, давайте хоть прибавим. Ну вот, слава богу, убедил. 11. То есть, как только, значит, камни ворочать, видели, как вот асфальт когда строится, сразу женщины тут с этими самыми лопатами. Тут такие вроде меня, вот у них тут авторучки. Как только, видите, здесь авторучка вот здесь. Это что значит? Значит, носилки брать не буду. Для носилок есть другие люди. Так? Что значит ликвидация неравенства между городом и деревней? Что, город станет вот деревней? Прямо здесь будут распахивать, прямо будут эту кукурузу, как Никита Сергеевич на северном, на южном берегу Северного Ледовитого океана сажал. И сейчас будут пшеницу сеять на Невском. Вот сделают там одна полоса для общественного транспорта, другая для личного транспорта, а средняя полоса для кукурузы. Так что ли будет? И тогда вот действительно не поймешь. А там, наоборот, сделают дороги, и там будут грузовики шастать по деревням. И метро станция. Станция Горелого, потом станция Неелова. И станция Неурожайка Тош. Ну, по Некрасову там все так пройдемся. То есть это, что ли, имеется в виду? Конечно, никогда деревня не будет городом, а город никогда не будет деревней. Но возможности развития в городе и в деревне для людей должны быть примерно одинаковыми. Но абсолютного тождества, конечно, не будет. Но не будет никогда абсолютного тождества. Вот как, а как ликвидировать различия между людьми физического и людьми умственного труда? Вот некоторые делают большую ошибку и говорят, мы ликвидируем различия между умственным и физическим трудом. Ну, это какая-то глупость. Как можно между умственным трудом и физическим? Одно дело я, так сказать, сижу и думаю, а другое дело я посуду мою. И что, надо ликвидировать между ними различия? Между видами труда? Между видами труда никогда вы не ликвидируете никакие различия. Невозможно ликвидировать техническое разделение труда, технологическое. А вот разделение труда между людьми можно. Землю попашешь? Попишешь стихи. Ну, у Маяковского написано. Едят папаши, городы веником. Землю попашут, попишут стихи. Или в программе, если хотите, в стихотворной форме, в исторической форме, в программе, в первой программе партии написано. В дальнейшем, нет, во второй. При увеличении производительности труда, сокращении рабочего дня до 6 часов с обязательством для каждого работающего 2 часа ежедневно уделить обучению военному профессиональному искусству и технике государственного управления, практическому обучению технике государственного управления, чтобы вы не только тут вот сидели студентом, а вот сейчас пошли и проверяли бы, там правильно преподают вообще у нас преподаватели, и не заниматься ли чем не надо. Контроль надо. За нами нужен контроль. За вами не нужен пока. Пока вы получаете стипендию 1450 рублей, за вами контроль не нужен. А как только стипендия вырастет, нужен. Как себе представить уничтожение разделения людей на людей умственного и физического труда? Представьте себе, что вот будет не так, как сейчас, что у вас рабочее время 8 часов, а свободное время 2 часа в день. Все знают, что такое свободное время, кстати. Давайте вас спрошу. Свободное время, скажите, пожалуйста, что такое? У вас, наверное, если оно у вас есть, то вы скажете, если нет, то вы, наверное, и не знаете. Свободное время – это что? Которое можно потратить? На личные потребности. А что, вы пьяница? Но его можно же потратить на выпивку. Это свободное, да, если взять и напиться. Это свободное время. Ну, подпадает под ваше определение. Это время, которое можно потратить на личные потребности. Если у меня есть потребность пьянствовать, то я, значит, его, если я потратил, и вот я, как говорят, балдею, и это вы называете свободным временем. Это не смотрит. А? Это алкоголизм называется. Вот и вопрос. То есть, не получается ли, что вы это не тянет на свободу? Так, для свободного времени не очень подходит. А есть еще одна категория – в нерабочее время. Вот в нерабочее время это понятно, что, да?
Есть рабочее время, вычитаем из суток, из 24 часов рабочее время, получаем вне работы. Но вне рабочее время у вас, транспорт уходит, так? Всякие, так сказать, связанные с приготовлением пищи, с уборкой, там и с какими-то еще материальными вещами у людей. И вот остается время, которое, как вы говорите, можно потратить. Сама вот формулировка «потратить» меня уже насторожила. Вам потратить хочется время в своей жизни или использовать? Потратить время или использовать время? Лучше использовать, правда? Потому что польза, чтобы была, а потратить его не проблема. Без наших усилий это время идет вот само, утекает просто. Поэтому лучше его использовать. На что использовать? На деградацию вашу или на развитие ваше? Что вы выбираете? На развитие. Вот товарищ выбрал на развитие. В отличие от некоторых, не будем показывать пальцами, потому что вроде не на кого и показывать. Значит, он выбрал на развитие. Так вот, время для свободного развития – это определение свободного времени. Свободное время – это время для свободного развития. Не в принципе, не потенциально для свободного времени, а если вам удалось потратить это время на свое развитие, это свободное время. А если не удалось, пролетели, потратили. Протратили это время. Оно пропало. Кусок вашей жизни улетел, его не вернет. От этого ваша жизнь не удлинится. Она, как бы, вот эта жизнь, которая могла быть использована на развитие, она укоротилась. Причем продолжительность жизни у вас осталась та же, а время для развития у вас стало короче. Вот это Марксова формулировка. Свободное время – это время для свободного развития. И вот представьте себе, что свободного времени у человека не в том неразвитом коммунизме, который был в СССР, когда люди работали, не покладая рук, и свободное время мало очень прибавлялось. Мало. Очень мало прибавлялось. Или если оно прибавлялось, свободное время общества, в том смысле, что освобождались часть людей от производительного труда, и они переходили в сферу свободного времени. Вот, скажем, я живу в сфере свободного времени, в сфере свободной от производительного труда. От производства материальных благ. Я трудом материальным производителем не занимаюсь. Так можно все время уменьшать число рабочих крестьян, и они все меньшее число рабочих и крестьян будет содержать все большее число интеллигентов. Давайте сделаем, что все будут профессора, и пусть там немного рабочих крестьян кормят этих профессоров. Или можно сделать наоборот. Но профессора и так живут в свободное время общества. Давайте сделаем так, чтобы свободное время рабочих и крестьян увеличилось, а количество рабочих крестьян не обязательно уменьшать. Зачем? Вам нужно сократить там столько-то часов рабочего времени. Сокращайте тем людям, кто работает. И делайте 7 часов, 6 часов, 5 часов, 4 часа работы. 4 часа, если будет в день работать. Ну, скажем, отдельные личности в наше общество уже достигли. Вот я, например, в понедельник работаю 6 часов. Сегодня я работаю вместе с вами 4 часа. В среду 6. Ну, где-то так вот. Но не все у нас это, к сожалению, имеют. То есть вот свободное время станет больше, чем рабочее. И тогда кто вы? Кто вы будет определяться не тем, что вы делаете в рабочее время, а тем, что вы делаете в свободное время. Если вы столяр, и свободное время играете на скрипке, то кто вы? Но если у вас свободное время больше, чем рабочего, кто вы тогда, столяр или скрипач? Вы играете на скрипке с какой-то целью? С целью развития. Вы, допустим, профессиональный скрипач, который в оркестре участвует еще? Или нет? Я играю для скрипки с целью своего развития. Вы для себя тут все равно столяр? Нет. Нет, а дальше, если я зацепился за это с целью своего развития, если мое развитие позволяет, и для своего развития я могу и в оркестре играть. А почему нет? Это вы не можете, а я способный, я в оркестре буду играть. Сейчас-то я не могу уже играть в оркестре, все, по возрасту, а вы можете, я-то уже не успею. Но у вас это займет известное время, и вы будете играть в оркестре. Если вам общество предоставит столько свободного времени. А если оно столько предоставит, сколько у вас есть, не будете вы в оркестре играть. Не потому, что вы не способны, а потому, что нет времени для развития ваших
способностей. У вас нет. Вообще-то есть. И некоторые разовьют свои способности. А вы не разовьете эти способности. А другие разовьете. И будете подобны флюсу. Поэтому вопрос... Есть еще и другое понятие, как профессиональный идиотизм, связанный с разделением труда. То есть я в своей области знаю все очень хорошо. Вот вы меня спрашиваете в другой области, и я там такой кинею горожу. Потому что я профессиональный идиот. Потому что я только в этой области понимаю. А вот шаг в сторону, влево, вправо, все. И это, в общем, довольно естественно. Потому что человек в своей области, он на переднем крае. А вот в этих областях он из газет, из телевидения все получает. Или из интернета. А там всякое барахло. Ну, как на всякой помойке. Там на помойке всегда есть что-то хорошее. А чем отличается интернет от большой помойки? Там каждая консервная банка, ее можно, она с номером, и можно ее вытянуть себе в компьютер. Вот. Но если ты вытянешь ее к себе в компьютер и будешь из этой помойки кормиться, то, ну, так сказать, вырастешь такой, как на помойке вырастает. Там и растения бывают иногда. Растут. Поэтому у нас тут с вами другой подход. Мы, конечно, используем, так сказать, все средства, библиотеку, интернет и так далее, но мы знаем, что есть фундаментальные научные произведения, а есть кое-что, что нужно еще добрать, дознать и так далее, что можно вытянуть откуда угодно. И всегда можно приспособить это вот, то, что само по себе, может быть, не великую ценность представляет, но полезную информацию нам дает. Значит, что мы... В итоге получаем, никакого нету, значит, вот мы получили, что равенство, может быть, конечно, люди все равно остаются неравными, вот вы тоже заметили, что вот, хоть я и играю на скрипке, но все равно это не то же самое, что человек вот профессионально начинал играть на скрипке, а при этом он еще картошку тоже выкапывает. Чтобы не, как говорил Энгельс, не перекладывать свою часть производительного труда на плечи других. Но все равно есть разница. Разница есть. Ну, потому что поэтому тождество и равенство бывает как равенство неравного. Тождество различного. А различия? Мы с вами разные люди, согласны? Различные люди. Ну, мы же люди. Значит, мы... Значит, это различие тождественного? В рамках тождественного? Или вот, когда разводится муж с женой, потом жена говорит, мы с тобой разные люди. А интересно, а когда вы женились, вы думали, одинаковые, что ли? Раньше-то что вы думали? Это сейчас одинаковые женятся. Все добивается, чтобы одинаково можно было разрешить жениться. Они все равно разные, хоть они и одинаковые, все равно разные. Ну вот это вроде такая вещь не очень сложная, но надо это вот запомнить, что тождество – это тождество различного, а различие – различие. Кто хочет с этим ознакомиться более обстоятельно, откройте учение о сущности, найдите там тождество и различие и почитайте. А абсолютное тождество – если оно абсолютное, то это тождество не только с самим собой, но и с различным. Если оно абсолютное, значит, со всем. То есть оно тождество с абсолютным не тождеством. Вот. Так. Вот это вот мы поняли, что такое изменение. Изменение. Значит, другое дело, что в философии есть специальные, по этому поводу, и терминология. То есть, если нечто одновременно равно самому себе и не равно самому себе, значит, можно считать, что всякое нечто есть единство момента равенства с собой и момента неравенства с собой. Правильно? Как называется момент равенства с собой? Мы это уже с вами в начале вот наших лекций я это дело вам даже излагал, но, как всегда бывает, оно, с одной стороны, для пользы дела пришло, но не в такой степени, чтобы это высказать. Как называется момент равенства с собой? Вы сейчас в себе или не в себе, молодой человек? Всегда и нет одновременно. Опять, понимаешь, всегда и нет одновременно. Я одновременно в себе, одновременно. Да не получается у вас одновременно. Одновременно бывает, а высказать нельзя одновременно. Высказать только можно одну, по очереди. Сначала, вот смотрите, как вы сказали, и да, и нет одновременно. Вы заметили, что да высказали раньше, чем нет? Вы хоть следите за речью своей? А если скажу, и нет, и да? А если и нет, и да, в первом у вас стояло и.
Я просто обращаю внимание. Я-то внимательно слежу за тем, что вы говорите. Меня так не проведешь. И стоит потом и нет, и да. И потом нет, потом да. Поэтому никакого одновременного высказывания мыслей не бывает. Одновременно это есть в нечто, а в высказывании, в положениях не бывает. Я вот спрашиваю, так сказать, равенство с собой как выразить? Вот я спросил вас, вы в себе? Да. Ну, слава Богу. Потому что если были не в себе, то бы все заметили бы сразу. Вы думаете, мы бы не заметили, если бы были не в себе? Или вы вышли из себя уже и начали отвечать совершенно не в характерном для вас стиле, да, сейчас? То есть это я вас, можно сказать, довел, что он... Раньше он так, туда-сюда, туда, а сейчас он говорит, да, и все, и ничего с ним не сделает. То есть равенство с собой выражается вот в простой категории, в себе бытие. Почему? Вы приходите к секретарше директора, говорите, директор у себя, она говорит, сейчас я вот приду в себя и буду с вами разговаривать. А сейчас тоже с вами, во-первых, она с вами уже разговаривает. А во-вторых, что значит, что приду в себя? А сейчас она где? Она на Луне? Что значит, я приду в себя? Потом говорит, наконец, я пришла в себя, все. Все, пожалуйста. То есть она что, стала равной самому себе? А равной самому себе она красавица. А так она лохматая была и неподмазанная. Вот оно в чем дело, оказывается. Или я уже вам демонстрировал. Ну сколько раз вы будете неправильно так отвечать? Это что значит? Это я вышел из себя. Так вообще я ни на кого не кричу обычно, заметили, да? Но на вас я чисто в методических целях сейчас кричал. Чисто методических. То есть я вышел из себя. Хотя это для меня вот не характерно. Но иногда я выхожу из себя, хотя бы в методических целях. А вы мне должны что сказать? Придите в себя, Михаил Васильевич, я с вами буду разговаривать. Я что с вами буду разговаривать, когда вы не в себе? То есть вы где-то не там. А где? Не в себе даже, а где? Я из себя. Вот Владимир Ильич, он раньше слесарем работал, а сейчас он у нас оператор. Вот как вот постепенно мы врастаем в коммунизм, оставаясь при капитализме. А второй момент как называется? Неравенство с собой. Вот, товарищ знает, видите, бытие для иного. А почему для? Потому что оно не иное же. Если иное, то другой был бы предмет. А оно то же самое бытие. Вы же остаетесь сами собой. Поэтому это лишь бытие для иного. То есть нету второго иного. Так вот не получится, что у вас два куска, один кусок не вращается, как бы, а другой вращается. Нет, так не получается. Они это два момента противоположных. И тот, и другой составляют единое целое. Нельзя их отделить никак. Поэтому нету иного, а есть лишь бытие для иного. Бытие-то вы же сами, но вы для иного. Для того, чтобы стать специалистом-историком. Не, бакалавром. Специалистом мы теперь уже не надо. Такой цели не стоит. Нет такой цели стать специалистом. Красота, как здорово придумано теперь. По бакалаврам звучит лучше. А? Звучит лучше. Конечно, лавры по бокам. Да, это лучше звучит. Сколько людей стремятся, чтобы их лавровым венком, чтобы увенчали. А тут еще посидите 3 года и все. Так. Значит, изменение, это значит, изменение состоит в том, чтобы оставаться равным самому себе
и в то же время быть неравным самому себе. Равенство с собой – это в себе бытие, а неравенство с собой – это бытие для иного. Скажите, пожалуйста, бывает ли хоть какое-нибудь явление в истории, а это нас больше всего интересует, как историков, да, которое было бы только равно самому себе? Не бывает. Бывает ли какое-нибудь такое изменение, явление в истории, которое было только не равно самому себе? Не бывает. То есть все, что есть в истории, оно и равно, и не равно самому себе. Все течет, все изменяется, как еще писал Гераклит. Все. То есть это относится, конечно, и ко всем явлениям истории. Но некоторые трактуют так, вот это высказывание, что нельзя, одну фразу берут, вырывают из контекста и говорят, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Хорошее высказывание? Хорошее, да? А противоположное звучит так, только в одну и ту же реку можно войти два раза. Потому что это разные реки, так это не два раза. Правда? Если я сегодня в Волгу, а завтра в Каму, значит, я ни в одну реку два раза не вошел. Только в одну и ту же реку можно войти два раза. Поэтому надо брать два прямо противоположных утверждения. Нельзя два раза войти в одну и ту же реку, и только в одну и ту же реку можно войти два раза. Вот как. Ну, раз я вошел в него, и второй раз в него. А вы стоите здесь и противоположный тезис говорите, ну, когда вы вошли уже в него второй раз, не в ад уже, вода изменилась, русло изменилось, оно же все время меняется, правда? В этом смысле нельзя два раза войти в эту реку. Но я вошел два раза именно в эту реку. И она река, эта река и есть характеристика изменяющегося, правда? Нева это не значит, что никогда в ней не меняется вода. Если это река, так там все время течет. Река это и есть, Нева это и есть обозначение для такой реки, в которой все время меняется вода, все время вытекает из Ладожского озера и все время уходит в Финский залив. И русло все время меняется, но остается руслом. А чтобы оно не сильно менялось, сделали гранитные берега. Но гранитные берега же тоже меняются. Правильно? И время от времени увидим, что так сильно меняется, что потом на 2-3 года набережную закрывают и начинают там новые гранитные ставить плиты. Или вот мост был дворцовый, вот несколько год назад мы еще мучились с ним. Он все менялся, до того доменялся, что встал вопрос, когда его будем ремонтировать. Его думали ремонтировать тогда, когда, вот после того, как отремонтируют мост лейтенанта Шмидта. Мост лейтенанта Шмидта благополучно отремонтировали, и в честь того, что он благополучно отремонтирован, его назвали Благовещенским. Это благая вещь, что отремонтировали его. А лейтенант Шмидт, он обойдется. Но там, между прочим, несмотря на это неравенство, осталось равенство. Если вы придете на этот Благовещенский мост, там вы надпись Благовещенский, вот, днем с огнем, на картах есть, а там не найдете. А вот лейтенанта Шмидта вот на всех этих, так сказать, строениях, которые на мосту, там золотом это дело написано, что это мост лейтенанта Шмидта. И в честь него назван. Так что очень все диалектично. Так вот, как только закончили этот ремонт, можно было тот мост временный, многополосный и очень хороший, который обеспечивал постоянное движение, можно было переправить, передать, оставить рядом с дворцовым и в соответствии с намеченным планом переделывать дворцовое. Не так, как вот было, что и ездили, и ходили, и огораживали, и стояли машины, и транспорт всякий общественный. Ну, Валентина Ивановна решила продлить его функционирование еще на 5 лет. Ну, раз продлить, то вот этот временный мост, его куда-то использовали в качестве основы для такого постоянного моста. И уже того моста нет. А раз нет, а на новый денег нет, то вот мы все и мучились. И полгорода мучились вот с этим переездом по Дворцовому мосту, который наполовину менялся. Хотя, я думаю, что было и раньше понятно, что если он изменяющийся нечто, мост, то хоть какой бы он ни был прочный, и железный, и металлический, и каменный, он подвергается своему отрицанию. И он тоже находится в процессе прихождения, правильно? Поэтому таких вот самых прочных сооружений, которые бы не изменялись, просто нет. Просто нет. Ну вот в связи с этим спрашивают иногда, а вот хорошо, раз все изменяется и становится неравным самому себе, а не получится так, что вот
перейдет человечество к коммунизму, а потом, а что дальше? Куда оно дальше перейдет? Ну, это вот, я бы сказал, вопрос из числа тех вопросов, которые задают люди, не поднаторевшие в диалектике. В диалектике ведь действует какой закон? Отрицание, отрицание. Можно видеть 5 способов производства. Первобытный коммунизм, потом пошел рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм. А можно видеть 3. Первый, при котором человечество прожило 90 тысяч лет, это первобытный общинный коммунизм. Потом идет отрицание этого коммунизма. И это отрицание охватывает 3 способа производства, отличающиеся некоторой общей чертой: частная собственность на средства производства, рабовладение, феодализм, где главным богатством были рабы. Феодализм, где главным богатством были крепостные. И капитализм, где главное богатство – это деньги, капитал. И, наконец, вот эти 3 – это отрицание коммунизма. Вот эти 3 формы общества. И второе отрицание. Отрицание этих частно-собственнических способов производства и переход, возвращение к обществу, к коммунизму, с удержанием этого самого отрицания. Это как называется? Это первый случай, когда вы берете просто некое бытие, это простое равенство с собой. А вот когда вы берете равенство с собой как отрицание своего отрицания, это называется бесконечное отрицание своего отрицания. Бесконечное. Коммунизм, он бесконечно отрицает частную собственность. Это не значит, что она не может возникать в условиях капитализма. Только она начинает возникать, ее сразу отрицают. И в этом смысле он прочный строй. Но прочный не в начале, а вот как отрицание отрицания. Как отрицание отрицания. Поэтому в этом смысле он может быть бесконечен и вечен. Потому что он бесконечно и вечно будет теперь отрицать свое отрицание в самом себе. Так это дело выглядит. Почему тогда производство первого тезиса? Все пало. А, сейчас скажу. Вопрос правильный. А скажите, пожалуйста, мы в результате переходного периода к коммунизму пришли к какому хозяйству? К сознательно управляемому. И что, можно вот управлять без диалектики, да? Обществом. А кто диалектику знал? Назовите фамилию человека, который знал диалектику. После середины 30-х годов, после середины 30-х годов, одну фамилию назовите хоть кого-нибудь. Ну, никого вы не назовете. Ну, Ленин мы знаем, изучал диалектику, да, знаем. А дальше, вот последние письма Ленина. Ленин перебирает, говорит, вот Бухарин. Письмо к съезду. Бухарин. Любимец партии. Законно считается теоретиком партии, но никогда не учился, никогда не понимал вполне диалектики. И поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Теоретик партии, чьи воззрения никогда не изучал диалектики, и поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Но какие же они марксистские, если человек не знает диалектики? А еще про кого-нибудь можно было сказать? Вот он главный редактор был у нас газеты «Правда», центрального органа партии, Бухарин. И он у нас был теоретик. А Никита Сергеевич у нас разве не был верный ленинец? Фильм такой был. «Наш Никита Сергеевич». Я смотрел в кинотеатре «Глобус» в Парке Победы. Когда был моложе вас. Интересный фильм. Только такой диалектик мог придумать на южном берегу Северного Ледовитого океана засевать кукурузу. Ну кто диалектику? Назовите фамилию. Вот вы можете как историк поизучать этот вопрос и не найдете. Не найдете. Хотя вот Ленин читал «Науку логики» еще на немецком языке, а уже в 1925 году вышла книга «Наука логики». Русский перевод сделал институт
изданный институтом «Красной профессуры». Это я знаю, что была такая книга. А кто читал эту книгу? Вернее, кто читал, наверное, тоже можно найти. А кто изучил, вот тут уже что-то история мама умалчивает об этом. То есть эта штука непростая. Это вот вам повезло. Мне тоже повезло, потому что я в свое время, я вам уже говорил, слушал лекции Александра Даниловича Александрова, который был крупный геометр, математик, академик, был ректором нашим и читал лекции вот в актовом зале университета об элементах диалектики у Ленина. То есть он очень грамотный философ и диалектик был. И вот я к нему, как вот вы сейчас подходите ко мне иногда, он преподавал на матмехе, а я учился на матмехе. Я к нему подхожу, говорю: Александр Данилович, около 88-й аудитории, как сейчас помню, а как вот изучать диалектику? По конспекту науки и логики Ленина. Он так на меня посмотрел, а такая борода у него там вот лопатой. Говорит: почему по конспекту? Гегеля надо читать, как рявкнет на меня. И я пошел читать Гегеля. Но я на вас не могу рявкнуть, я могу только агитировать так. Советовать могу, рекомендовать. Но у нас государственный университет, будет экзамен. Поэтому рекомендации просьба рассмотреть внимательно. То есть как-то вот люди... Причем у Маяковского такая славная была строка. Мы диалектику учили не по Гегелю, имея в виду, что была гражданская война, мы эту борьбу противоположности, мы ее как бы на практике проходили. Ну, на практике ты теории не изучишь. Сколько ни считай, сколько ни продавай, ни покупай, там все время приходится считать деньги. Математиком не станешь. И не будешь теорему Лагранжа знать, если ты только продаешь да покупаешь. Или просто считаешь, сколько ты ворон увидел тут. Поэтому наука не дана непосредственно. Она не дана вот так, что вот просто вы сидите, слушаете. Ну, я могу провозгласить и такой тезис, что, конечно, я в пределах возможного вам даю всякие диалектические истины, но вы же понимаете, что если вы хотите, так сказать, фундаментально вопрос изучить, нужно прочитать непосредственно, что первоисточник, первоисточник. Это все историки. Я вам открытие какое-нибудь делаю? Нет. Все знаете, надо брать первоисточник. Кто разработал науку логики, кстати, диалектику, систему дал? Кто, Гегель или я? Гегель. Кого надо читать? Вы можете меня тоже читать, я не сказать, пожалуйста. Но Гегель читать и дешевле, и он 350, 500 рублей, а моя книжка стоит в том же книжном магазине 570. Берите дешевле Гегель и читайте. Ну вот, я думаю, что размышление о том, что все изменяется, может нас навести на мысль о том, что вообще-то социализм, после как он построит, может измениться. В какую сторону? Может, и в худшую, но если он меняется. Из чего, откуда вытекает, что если он меняется, то он обязательно должен вот измениться во что-то светлое? Некоторые говорят: давайте подождем изменений. А другие говорят: мы хотим перемен. И поют. Перемен хотите, да? Завтра будет стипендия 700 рублей. Еще хотите перемен? 350. Еще перемены? Есть желающие? Еще перемены хотите? 170. Вы не заметили? Вот вышел Михаил Сергеевич на этой волне. На той волне, что люди диалектики не понимают, не знают. И начинает говорить: надо перестраивать. Причем никакого решения о перестройке съезда-то не было. Если вот мы просто как формалисты подойдем с точки зрения того, что вот партия должна соблюдать свои собственные решения. Члены партии, решения съезда. Был 27-й съезд. 27-й съезд какую провозгласил политику? Вы как историки этого, конечно, не помните. Я вам как историков сообщу. Ну, это как всегда бывает. Сапожник же без сапог. Ну, а понятно, философы без философии, это ничего удивительного это не бывает. Так вот, решение было такое, вы можете проверить. Я надеюсь, что вы как историки проверите то, что я говорю, чтобы меня уличить, если что. Вот если вы меня уличите, я скажу вам большое спасибо. Ну, чтобы я в другом месте такую глупость-то не нес. Так вот, да, вот 27-й съезд принял решение об ускорении социально-экономического развития на основе научно-технического прогресса. Вот когда я сформулировал это, вы вспомнили.
Да? Но это нормальная задача. Ускорить. Потому что темпы роста были низкие, и ускорение социально-экономического развития, конечно, нужно было. На основе чего? Ну, не на основе того, что давай-давай, а на основе научно-технического прогресса. Именно прогресса, а не болтовни научно-технической революции. Потому что прогрессом является, если у вас техника берется более передовая и в большем объеме, и позволяет повысить производительность труда. Правильно? Весь вообще человеческий прогресс идет на основе прогресса техники, на основе прогресса орудий и средств труда и производства. Это всем известно. Прекрасное решение. И начали это выполнять. Доехали до января 87 года. И на январском пленуме, вопреки решению съезда и в прямой противоположности к нему, ну, в прямой для тех, кто это видит, а так вроде человек может и не увидеть, потому что вроде говорятся красивые слова. Давайте, говорит, будем все перестраивать. Перестройка. Вот у нас дело. То есть то ничего не получается. Тоже Горбачев должен был бы надеть на себя хомут и заниматься ускорением социально-экономического развития и научно-техническим прогрессом. А он ни одного пленума по научно-техническому прогрессу не провел. Даже задачи, так сказать, не поставлены были перед партией, там, народом, трудящимися и так далее. Не, все говорили, что скоро будет пленум по научно-техническому. Скоро будет пленум. Потом плюнули и сделали, как и раньше было. Весной посеяли рожь, а осенью собрали пленум. И здесь примерно такая же история. Собирались, объявляли и выбросили эту идею насчет, потому что это придется работать же, в том числе и генеральному секретарю. И это вообще, вот, скажем, все руководители, вот сейчас, вы думаете, не понимают у нас руководители, что нужна программа социально-экономического развития? Понимают. Есть закон о стратегическом планировании, сейчас есть принят, это страшнее программирования. Закон есть о стратегическом планировании в России, принят. Но это если вот на самом деле это составить такой план, это же надо не на приемы ходить и не на переговоры, а надо работать, выполнять эту самую программу. Потому что все будут пальцем показывать, что же вот это не выполнено, вот это не выполнено. А сейчас вы можете сказать, что что-нибудь у нас не выполнено? Никак вы можете сказать. Вам товарищ Беляев рассказывает. Вы должны привыкнуть к новой экономической реальности, когда увидите, что у вас карманы пустые и кушать нечего. Вам товарищ Люкаев, как министр экономического развития, скажет, а вы еще не привыкли, а вы привыкаете к новой экономической реальности. Вы были не знакомы с новой экономикой, а с новой означает, что кушать будет скоро совсем мало. Вам уже знак подают по 10%, снимают с твоей зарплаты те люди, которые получают большие зарплаты, по 600 тысяч, которые, ну, 60 тысяч они убирают, остается 540. Можно и голодный не будешь. А что за этим стоит? А никто не требует рабочего меньше на 10%. А почему? Да это понятно почему. Во-первых, такие зарплаты, какие есть. Куда их урезать? А во-вторых, что такое инфляция 10%? Это означает, что в течение года у вас 10%, нет, не 10, 5% заберут зарплату. Ну, потому что не сразу оно так идет треугольником таким, не прямоугольником. Не сразу же 10%, ну, 1, 2, 3 и так далее, постепенно 10% набирается. Вот у вас с вас снимают это дело. Со всех, кто имеет пенсии, пособий, зарплат, со всех снимается. Поэтому тут не надо никого призывать. Тут и так ясно. Но даже более того, вот у нас, например, доходы, самые большие доходы на что у нас получают люди? От зарплаты или от собственности? От собственности. Какие доходы там? Как они называются? Вот если у вас 3 завода. Дивиденды. На дивиденды какой процент отчислений? Вот с зарплаты люди платят 13%. А дивиденды? 9%. Ну вот теперь говорят, и дивиденды вот с этого года собираются. Вроде еще закон не вошел в действие, но собирается и на дивиденды тоже заставить платить 13%. Не знаю, удастся или нет, но собирается. То есть, ну прямо, можно сказать, подтянули животы. Допустим, если у вас миллиард, то придется с миллиарда вам 13% отдать. Какое счастье, что вы живете в России, потому что если бы вы жили во Франции, вам бы пришлось бы с миллиарда евро, знаете, сколько отдать? 56,8%. То есть 568 миллионов остается всего лишь скромненько
432 миллиона остается. Ну, это грабеж. Поэтому некоторые, в том числе артисты, убегают из Франции и летят в Россию. Вот такие артисты, которые, так сказать, не без денег. Ну, те, которые без денег, им это все равно. Если у вас рубль, то с рубля хоть 13%, хоть 50%. Разницы никакой. Что это не наешься на этот, что на это не наешься. Так вот, то есть вот эта идея перестройки появилась, очень хорошая. Ничего не надо делать, а просто ходите приставать. Вот вы перестроились? Еще не перестроились, надо перестроиться. А вы перестроились? Не видели как? Михаил Сергеевич, вы перестроились? Не перестроились, надо перестроиться. А вы там вот на том краю перестроились? Не перестроились. Надо перестроиться. И что? Вот представьте себе прекрасно. Вот пойдите в Эрмитаж и посмотрите вот какую-нибудь прекрасную статую. А если ее перестроить, что будет? Авангардизм. Да, это хорошо, если она авангардизм. А можно кверх ногами еще перевернуть? Флешмоб. А у нас есть вот перестроенные здания в России? В Ленинграде есть? Есть. Вот, например, на Исаакиевской площади есть одно перестроенное здание. Кто назовет? На Исаакиевской площади. Прямо напротив Исаакиевского собора. Гостиница «Англитер». А? Гостиница «Англитер». Ну, она перестроенная, просто она так же перестроена, в таком же виде, как была. Просто она, так сказать, отремонтирована. Дескать, как скажешь, она не подлинная теперь. Не подлинная, да, но она перестроена. А вот напротив этого Глитера, то есть с другой стороны, выставочный зал, не помните? А около него всадники с конями, не помните? Это что там раньше было-то? Конюшня там раньше была. Царская конюшня. Конюшню перестроили в выставочный зал. Хорошо? Хорошо. А вот если выставочный зал перестроить в конюшню? Но выставку коней можно проводить. Вот что? Вот, то есть весь вопрос, то есть абстрактная постановка вопроса о перестройке, она не просто безграмотная, она провокационная. То есть когда люди не берут содержание перестройки, а берут перестройку, лишь бы перестройка. А вот если лишь бы, тогда ничего тут не надо думать, ни о каких целях и задачах. Тогда лишь бы изменить. Дескать, вот дайте мне картину любого великого художника, я никакой не художник. Но уж папиросу я ему и кепочку нарисую. С кем поспорить на 10 тысяч рублей? Что будет вот... В целом картина будет неплохая. Ну, единственное, сундаки скажут, что вот если бы еще убрать эту папиросу и кепку, было бы отлично. Тем более, что есть... приемы свои у художников, они же нужно сдавать там картину, чтобы потом ее принял художественный совет. Раньше, когда оплачивали. Сейчас, конечно, никто, если не принимает, никто и не оплачивает, да как хочешь, так и мыкайся. А раньше, так сказать, вот, если художественный совет принял, деньги заплатят за эту картину. И вот приходим мы к этому художнику, а у него пейзаж, город, там солнце садится, и в правом нижнем углу синяя собачка. А это зачем? Так завтра же будет художественный совет. Вот все придут, скажут, о, это хорошо, перспектива хорошо, город хорошо, закат хорошо, а это безобразие, надо убрать. Сейчас уберу. Ну, теперь можно принимать. Поэтому будете, когда дописывать курсовую или дипломную, оставьте для научного руководителя, рецензентов какие-то синие собачки. Они скажут, ну вот, это безобразие, это хорошая работа, все, но вот это вот убрать. А иначе они вам по-живому будут резать, они будут... вообще переделать всю свою работу, всю структуру и так далее. А художник не хотел, чтобы ему все переделали. Ему все, дескать, давайте рисуйте все сначала, потому что ему в голову пришло. Вот собачку убрал и дело с концом. Это перестройка. То есть разные бывают перестройки. Кремль же тоже перестроен, он же деревянный был. Поэтому сказать, что вот все перестройки плохи, это неправильно. Но перестройка как самоцель, это примерно то же самое, как цель корабля. Какая у вас? Плыть. Потом вроде начали раскусывать люди, что когда цель просто перестройка.
То есть бессмыслица какая-то, лишь бы перестраивать. Одна стройка. Знаете, что такое стройка? Вот сейчас вот если здание начать перестраивать, было всякое неудобство. Видите, все время вокруг, так сказать, вот и до сих пор. Видите, вот там никто ничего не делает, а стоят эти самые леса. И у нас свет отнимает. Ничего, мы при электрическом свете будем жить. При солнце, но при электрическом свете. А если будут все время эти леса? То ли есть это здание у нас, то ли нет. Вот там у нас, если поднимаешься в Институт философии, на втором этаже, когда вставляли эту промогу, там так, как было разбитое стекло, так и вставили. Так вот с виду и незаметно так, если только рукой сунешь туда, там стекла-то нету. Ну и теперь неизвестно, когда это будет. То есть может ли быть перестройка самоцелью? Нет, конечно, это глупость. Скажем, вот Венера Миловская. Ну давайте ей, а там еще покороче, можно отрубить ей руки? Что-то у нее там мало отрублено. Давай еще. Или давайте приделаем ей руки. Тоже какая-то ерунда. А это будет перестройка, правда? Ну что у нас? Нам вон живым людям представляют эти протезы. И что, и Венера Миловская не можем? Да из мрамора наши умельцы сделают. И будет у нее так. Еще можно там и ногти делать, и подкрашивать. Что угодно можно сделать. Сейчас. Это, вот сейчас мы вроде смеемся, но все, весь народ же бы это было втянут в эту ерунду. Ну какое-то количество умных людей на сторону надо иметь, нет? Что значит умных? Вот что значит умный человек? Вот скажите, вот вы знаете, что такое умный человек? Это ведь не так просто, это не просто, ты родился и все. Не дурак. Да, не дурак. Но и не. Так можно сказать, не дурак, но и не умный. Понимаете, не получается. Что такое умный человек? Нет, кто-нибудь знает, что такое умный человек? Нет? Что, никто не знает? Ужас. Товарищи историки. А, видишь, какой хитрый какой. Хитрый человек. А хитрый, а вот есть, я сейчас раз уж по-другому, я сейчас вам скажу. Вот есть ум, хитрость и глупость. Ну, согласны, что хитрость выше глупости? Согласны, что ум выше хитрости? Значит, все видят, да, сверху вот ум, потом хитрость, и потом, ну, они так соединены, конечно, они не так, не разорваны, да? Они одно в другое переходят. Так вот, можно считать, что хитрость – это высшая степень глупости, правильно? И вот, низшая степень ума и высшая степень глупости. Так вот, умный человек, дорогие товарищи, это такой человек, который настолько способен, способность надо взять во внимание обязательно, и настолько начитан, что он может самостоятельно приходить к правильным выводам, а не слушать, что ему скажет первый секретарь или генеральный. Вот если он не может приходить самостоятельно к правильным выводам, или вот как вы говорите, сейчас я не буду говорить, вы мне скажите. Вот если все время будет у вас сидеть какой-нибудь помощник, вы будете генеральным секретарем, а я буду вашим помощником, а вы будете, как сейчас говорят, озвучивать будут. Я озвучу это. То есть вы будете кто? Ну, как бы технический такой прибор. Громкоговорителем будете, да? Как сейчас? Давайте, говорит, я это озвучу. Как это ты озвучишь? То есть это не ты написал. Если ты написал, зачем тебе озвучивать? Ты говори. Сейчас я вот это напишу, потом сюда выйду и буду озвучивать. И что будет? Я могу, у нас вообще лекции записываются, я могу под фанеру читать. Мы в следующий раз тут включим прошлого года лекцию. А я сидеть как? А что, не поют так, что ли, у нас? И деньги такие получают за это. А мы-то бедные ходим, профессора. Вот дураки. Честное слово. Честно признаюсь. Так вот, возвращаемся к этой самой перестройке. Значит, столько людей было, и, в общем, достаточно мало людей осознали, что это путь в никуда. А что значит в никуда? Путь в разрушение. То есть, если все перестраивать, значит, все. Если вы прекрасное перестраиваете, будет уже не прекрасное. Хорошее вы перестраиваете, ну, в прекрасное можно. Но если цель не ставится перестройки, а задача просто перестроить, ну, ее по-простому решают. Если надо просто перестроить, пересадить, пересаживай, переделывай.
Вот, говорит, у вас сюда голова повернута, а попробуйте совсем наоборот повернуть. Не у всех это совместимо будет с жизнью. Может быть, кто-нибудь и может так вот совсем повернуть, но мало кто. Ну, только без меня эксперименты такие, чтобы я ответственности не нес. Ну хорошо, пришел потом Ельцин, еще один теоретик. Этот как бы претендовал Горбачев на новое мышление. Помните, у него книжка называлась? «Новое мышление для нашей страны, для всего мира». Человек не написал ни одной статьи и сразу книгу. У него, наверное, помощники были. Вот они летом с помощниками написали. Он как бы писал, но они ему помогали. И написали. «Новое мышление». Есть формально логическое, есть диалектическое и новое, горбачевское. И что они с этим новым мышлением сделали? Вот придумали эту ерунду. Теперь, значит, наступило ельцинское время. Слово «перестройка» перестало быть модным, а «реформирование». А что такое реформирование? Вы за реформы или против реформ? А? Вы за реформы? Хорошо, формы у вас будут теперь квадратные. Ну как можно быть просто за реформу? Подумайте сами. Что такое реформа? Ре – это изменение. Вот мы сейчас изменением занимаемся. Изменить форму. Для женщины это нормально, говорит. Вот я сейчас пришла сейчас шатенка, завтра приду блондинка. Послезавтра приду брюнетка, а потом приду фиолеткой. Видели с фиолетовой? Я не знаю, с какой целью, но есть такие люди, ходят с фиолетовыми волосами. Что они хотят сказать, что они в бухгалтерии работают или что? Я не знаю. Или у них чернила много? Не знаю. Это же реформирование, правильно? Изменение по форме. А теперь скажите, пожалуйста, вот вы там специально это не изучали, эту диалектики, там, форму и содержание. Это учение о сущности, том второй науки логики. Ну, наверное, вы догадываетесь, что форма неотрывна от содержания. Например, привожу пример. Вот у человека есть кожа, а есть сердце и есть мозг. Вот согласитесь, что мозг и сердце важнее, чем кожа. Правильно? Но если человек обожжен и 60% кожи обожжено, он умирает. А мозг и сердце все в порядке. Тогда вы сразу видите, что кожа вроде она и не самая главная, но... Или, скажем, если скальп снимает, вот, причем не специально, а наклонилась девушка к станку, у нее раз, с такой скоростью крутится шпиндель, раз, этот самый волос, и все, нету. И таких очень много случаев. Форма изменилась, вместе с ней содержание. Что, можно вот просто менять форму содержания? И вот опять, что получается опять? Говорит, наша задача, говорит Ельцин, реформировать. Наша задача нашего корабля, говорит капитан, плыть. Ну. Не случайно была карикатура такая, корабль, написано название ЦКБ, Центральная клиническая больница. И там, значит, на палубе такая кровать стоит, и Ельцин там, значит, плывет. Куда он плывет? А наша, говорит, задача плыть. Ну, потому что задача реформировать. Как может быть за реформу? Вы откажитесь от своих высказываний. Вы сказали бы, я за положительные реформы, против отрицательных, и все. А потом, что, вы только за реформы? А реформисты только... Вы против революции, что ли? А я за революцию. А если вы скажете, что вы против реформы, так что, вы, за, может, за контрреволюцию? То есть уже много всяких слов. Как можно... Вот какая-то безграмотность на таком самом высшем государственном уровне, когда рассуждают про какое-то реформирование. И сейчас до сих пор... Мы, говорит, сейчас реформируем. А сейчас, говорит, мы оптимизируем, когда увольняют людей. Мы оптимизируем. Что значит вы оптимизируете? У вас какой критерий оптимизации-то? Разве можно говорить об оптимизации без критерия? Оптимизация – это оптим, это наилучший, да? Ну, нас вот, как говорится, не только учили, но и натаскивали на оптимизационные задачи. Есть задача на максимум. Максимум результатов при данных затратах. Вот вы затратить должны вот столько там труда, денег или сырья, и получить максимальный результат. Так вот есть целевая функция и ограничения. Может быть, другая задача на минимум. Вот есть... Задача вот получить этот результат при минимуме затрат. И первая оптимизационная задача, и вторая оптимизационная задача. А выходят люди, которые не знают ничего, ни математики, ни диалектики, говорят, давайте, говорит, будем делать так. Максимум результатов при минимуме затрат. Красиво звучит, правда?
Не то, что я вам говорил, как это слабо, а это красиво. А какой минимум затрат? Чему равен минимум затрат? Ноль. А какой максимум результатов при нулевых затратах? Ноль. Такой же. Молодец, красиво сказал. Пузырь из пузыря. Ну. И это же слушают люди, слушают. Вот в чем, так сказать, пафос вот того, о чем я сейчас говорю. В том, что не надо ловиться на эту вот требуху. Требуху. То есть я бы вам не рассказывал эти вот категории философские, если бы не было такой необходимости, по крайней мере, как-то отстраниться от этой вот ерунды, от этой глупости, которой забито все. Причем забито так широко, что идет с самого верху, а как оно наверх поднимается? Ну, как все всплывает. Знаете, что наверх всплывает? Ну, вот оно потом оттуда идет. То есть я же не могу вас заставить, хоть у нас и государственный университет, изучать диалектику, заставить я не могу. Ну как-то показать, что вообще без нее, ну как-то вот спастись надо, как это у верующих, во спасение души. Вот диалектику только для этого надо, чтобы душу спасти, иначе же тебя обязательно оглупят и какую-нибудь ерунду тебе сунут, и будешь этой ерунде поклоняться. Чтобы он твердо мог сказать, что это ерунда, и что мы знаем, понимаем, что такое, не может быть цели реформирования. То есть вам содержание не важно, важно форму. Вам в какую форму поставить? Я могу не вот поставить словами, а могу цифрой. Вам какая форма больше? Давайте их реформировать. Вместо два цифры я не вот буду писать словами. Ну это, дескать, реформировать. На форму. Вдруг всем нужны реформы. Давайте, говорит, мы сейчас проводим реформы. Армии не слышали при Сердюкове? Ну, какая реформа была, мы видели. Так, а цель, как называлась это? Новый облик армии. Облик. Это что такое? Это значит, шили такую одежду для солдат, что они замерзали, и прямо, так сказать, болели, и некоторые поумирали, солдаты. Ну, потому что новый облик. Я зимой могу ходить, значит, чуть ли не в легеньком таком. Или ползать надо будет, костюм. Облик армии, не усилить армию, не сделать ее более мощной, более способной к обороне и к возможному, как можем, наступательным операциям. А облик ее, а облик, это очень просто. Сейчас вот я, кепки видели, вот сейчас я так переверну, у меня будет новый облик. Дайте мне заколочку, я сюда вот ее сделаю. Облик-то точно новый будет, но уже, так сказать, пойдут люди. Уже сразу все отметят, философы идут, все ясно с ними. У них облик новый. Разве можно ставить целью новый облик? Сейчас уже не говорят, по-моему, да там кто-то додумался, что надо хватит тут болтать-то против глупости такие. Вам облик нужен или танки? Танки, говорит, нам не надо, нам облик нужен. А в армии без танков отличный облик будет, новый, невиданный, современная армия без танков. Что вы думаете, шутки? Закупали итальянские колесные танки. Хотя колесные танки, это я не знаю, что такое. Это броневики, что ли? Броневики. А говорит, зачем вы закупаете это колесные танки? А нам, говорит, по дорогам лучше. А вы по дорогам будете войну вести? Вот дают. А пусть они те по болотам ходят, эти другие, враги. А мы будем по дорогам, и мы их тогда разгромим. Молодцы. Сильные деятели. Ну, был, потому что министр обороны был Табуреткин. Он же у нас из мебельного бизнеса, потом налогами занимался. А потом стал заниматься чем? Распродажей, так сказать, имущества армейского. Со своей подругой. Подруга рисует. Это о чем говорит? Стихи пишет. Что есть во всем отрицательном, есть что-нибудь положительное. Мы же не скажем, что стихи плохо. Какие стихи? Разные. Смотрите в интернете на букву Васильева, на «В», подруга Сердюкова. То есть, какой вывод мы отсюда делаем? Что нельзя быть просто за перестройку, нельзя быть просто за реформирование. Надо что-то другое говорить, что просто за изменение. Можно быть за изменение? Мы хотим перемен. Хотите перемен? Сейчас будут перемены, вас отсюда не выпросят. Есть давать не будут. Перемены, это много чего значит.
Можно ставить задачи перемены. Во-первых, и без всяких задач перемены будут. Вот вы сейчас будете сидеть и будете голодать, худеть, перемены вам гарантированы. То есть для того, чтобы были перемены, ничего не надо делать. Вообще ничего. Это лозунг бездельников. Перемены. Перестройка. Оно все как-то перестраивается. Вон дом, все, что-то переделывается. Лишь бы что-то делать. А зарплату регулярно получать. И вовремя. И большую. Поэтому так много законотворчества. Все время придумывают. То это, то это. То вот министерство наше придумало, значит, оно вот специалитет убрало, сделало бакалавриат, а тут оно придумало, что давайте медицинские эти пункты уберем из школ. Прямо на днях вот придумало. Кому это в голову взбрело? Эти бедня, несчастные там первоклашки, которые у них там, и это у них болит, и то болит, и они порезались, упали, разбились или подрались. Нет, давайте, есть же больница, мы повезем в больницу, пока вы его повезете, и он уже и... Значит, задуматься же надо, то. Потому что есть люди, у которых, так сказать, есть шило в известном месте, и они, значит, все время что-то придумывают такое. В глубину-то они не могут, а они по поверхности ищут. Почему поверхностные люди что делают? Они же в содержание-то не входят в сущность. Тут я вот говорил, там уже были люди такие голоса. Надо сущность посмотреть, правильные голоса. Правильные голоса в общем. Пока я тут по поверхности хожу, они уже там впереди, уже думают о сущности. А нет, эти же все или переделывать, или реформировать, или оптимизировать без указания. Что такое? Дескать, чем вас меньше, давайте оптимизируем. Эту половину выкинем, а эту оставим. Чтобы просторнее было в помещении. Согласитесь, что воздуха будет больше на человека. Давайте критерием наших лекций сделаем количество оптимизации. Количество воздуха в кубометрах на одного студента. Наше министерство должно одобрить. Что-то здесь вот, да, тут, если, вот я бы, это все лишние люди, лишние, а это правильные люди, этих оставить. Вот человек одобряется. Я всегда знал, что кто-то найдется, кто любую какую чушь одобрит, которую ты провозгласил. А так много поэтому одобряет перестройку, потому что каждый свое же думает об этом, раз абстракция такая, перестройка. Я за перестройку, все думают, сейчас ему вот пироги, а вместо этого ему кирпичи. И грязь. Вон Ленин писал. Я, говорит, и от этих перестроек получается такое бедствие, что в жизни такое бедствие не знал. Не перестраивать надо, а повысить культуру людей и так далее. Культуру надо повышать, знания надо получать, знания надо применять. Вот это у нас задача. То есть вглубь надо идти. А переделывать и перестраивать ума не надо. Вот все это, как будто вообще творческий процесс требует углубления, между прочим, глубины мысли. Иногда даже тишины и спокойствия, чтобы не бегать туда-сюда, а переделывать все время много. Ну, сделали, был факультет, стал институт. Хорошо. И что? Ну, мы написали заявление, я на тоже институт. Вы думаете, вы такие историки, только умные. Мы тоже умные. У нас тоже институт философии. Денежки потратили, на новые вывески повесили на черном фоне. Что-то мрачные такие вывески теперь. Институт философии черный такой. В феврале прошлого года вдруг нам говорят, пишите заявление, что вы просите вас перевести с должности профессора кафедры социальной философии и философии истории факультета философского на должность профессора кафедры социальной философии и философии истории института философии. И все писали. Все мы писали, у нас заботы есть. Вот мы писали бумаги, потом все приказы оформляли. Работа кипит. Кипит. И сейчас от нас требуется. Что думаете, от нас требуется? Я книжку написал, это не в счет. Ну, 479 страниц, это не в счет. А у вас есть в этом, в скопусе статья? Нет у меня в скопусе статьи. Потому что я не думаю, что так вот прямо ждут там за границей, вот что я тут скажу про развитие России. Мало их это волнует. Ну, а у нас доплачивать будут? Доплачивать нам могут, доплачивать и много. Если у нас будет статья в скопусе.
А что в статье, это не важно. Это не важно. Важно, чтобы она была. Бытие главное, вот. Если бы это нас касалось, а это касается всех естественников. Все естественники, пожалуйста, отдайте свои первые научные результаты туда, на Запад, опубликуйте на английском языке, тогда вам здесь приплатят, потом вам дадут грант, а потом вам предложат в 10 раз больше зарплаты, и вы уедете за границу. Недавно у нас была встреча ассоциации выпускников у нас тут, в актовом зале, я там присутствовал. И был с моего курса товарищ, профессор Востоков он сейчас, Сергей. Говорит, вот ребята пришли, победители олимпиад математических в разных регионах, то есть группа, ну, просто блеск. Но я прекрасно представляю, что через некоторое время, вот пройдет время, и как предыдущий поток, 2/3 уедет назад. Так сделано, чтобы это все перекачивалось, потому что здесь маленькие зарплаты, а там предложат 10 раз больше. А затраты все Россия делает, потому что Россия затраты делает на всех, потом выясняется, кто самый способный на олимпиадах, потом они поступают на матмех, потом выясняется, кто самый талантливый математик, потом его заставляют публиковать прежде всего за границей, потом ему дают из-за границы грант, а потом ему предлагают там работу с зарплатой там в 10 раз больше и увозят людей туда. И идет перекачка мозгов. Куда? На Запад. А потом говорят, давайте боритесь с пиратством. А где у нас пираты? Это те, которые бесплатно смотрят то, что есть в интернете. Вы не пират случайно вот здесь? А ножик у вас кривой есть за поясом? Пока нет. Не настоящий вы пират. Вы еще вот сюда, и повязка должна быть вот сюда, вот такая одна. Один глаз закрыт. Не можете он ничего с глазом не делать, но повязку сделайте, пожалуйста, будьте пиратом. Пиратство это. То есть, если я вам рассказал, а вы теперь, я вам бесплатно рассказал, а вы потом взяли и начнете это вот использовать в своей работе. Это вы у меня украли, выходит. Я правильно понял? Вы пираты как бы здесь собрали. Но есть другая версия. Это не пираты, а шпионы. Потому что вы хотели выведать, что я тут рассказываю на лекциях. И выведываете, и все время. Сидят тут выведывать, что я говорю. А я буду шпион на экзамене. Я хочу выведать, что вы теперь узнали. И там я буду шпион. Вообще все шпионы. Не говоря уже о том, что все пираты, а не вместо того, чтобы деньги заплатить. А скажите, пожалуйста, если я, это же ведь сфера пирата, они захватывали материальные ценности, а не духовные. Правильно? То есть, если я вам отдал материальную ценность, часы, то у меня их нет. Да? Вот кто у меня отнимет, это тот пират. Имейте в виду. А идею, если я вам передал? Что, у меня не стало идей? Думаете, если я вот вам идею передал, я плохие вам передаю, у меня сразу новые появляются. Наоборот, знаете, как вот открываешь кран, идет сначала ржавая вода. Ну, если это ученый, так неужели у меня это последняя идея? Если бы у меня была одна идея, я бы вообще ни одной идеи бы не давал. У меня одна вообще мысль, я вам отдал последнюю мысль. Представляете, что страдают люди, вот эти, которые кричат про пиратство. У них, наверное, единственная мысль, потому что они хотят деньги получать за то, что не подлежит никоим образом денежной оценке. А Пифагор получил за теорему Пифагора деньги? О, пираты, понимаешь, сколько уже денег заложили Пифагору и его родственникам? А Лагранж? А Ньютон, кстати, за закон Ньютона тоже ничего не получил? Вот там все. Уже больше 50 лет прошло, по всем законам, как бы уже все это общественное состояние. То есть пролетел уже Ньютон, да? Да. Не повезло ему. Морально. Понятно. То есть надо ждать 50 лет. Так даже музыканты могли 50 лет назад. То есть вы ждете, я понял, вы слушаете мою лекцию, потом будете ждать 50 лет, пока я, когда я умру, и тогда вы будете использовать это вообще спокойно. А сейчас вы будете остерегаться, не начну ли я с вас требовать деньги, если вы начнете то, что я вам рассказывал, повторять. А? Так, значит, на этом мы сейчас закругляемся. И остановились мы на том, что все течет, все изменяется, да? Значит, все есть социальные изменения, которые затрагивают все. А вот вопрос о том, значит, как оно изменяется, в каком направлении, это вопрос следующей лекции. Следующая лекция будет на тему «Социальное развитие». Развитие. Это не то, что реформирование. И не то, что перестройка. Спасибо за внимание. До следующего раза.